пока на площадке. Это звено Максима Шалунова. И бросок какой у Акулова, опасный. Сумел Самонов среагировать. Как резко прям выбросилась эта шайба в сторону Александра. Самонов молодцом. Он и в первом периоде много моментов. Ох ты! А сейчас шайба заходит. Мне кажется, Самонов не видел момент броска. Или, по крайней мере, не ожидал. Не ожидал, да. Броска – это Джон Гилмор, насколько я понимаю. Длинная атака, которая началась с отбора, на самом деле, и броска Константина Акулова. И даже после этого шайбу оставили под своим контролем. И появившийся со смены Гилмор открылся, действительно спрятал бросок очень и очень неплохо. Причем, знаешь, как это вот тоже сейчас в некоторой степени учат, когда вратарь выглядывает с одной стороны, бросай с другой стороны. Да? И он на перемещении, хочешь не хочешь, здесь за спиной где-то, но потеряет шайбу, и в итоге среагировать на такой бросок, даже если ты видел момент броска, когда ты на долю секунды теряешь шайбу из виду, очень и очень непросто. И таким образом дальний бросок Джона Гилмора, прямой бросок, насколько я понимаю, без рикошета шайба зашла, правда, в аккурат рядышком с дальней штангой в ворот. И это вторая заброшенная шайба Джона Гилмора в этом розыгрыше Кубка Гагарина. И это шайба, которая действительно меняет картину происходящего.